Всем привет! Часто поступают вопросы по поводу распечаток. И сейчас покажу, как готовлю картинки для декупажа. Если у вас принтер лазерный, то они уже готовы для работы. У меня же принтер струйный, и распечатки надо обязательно обработать, иначе со взаимодействием с лаком акриловым или клеем ПВА краски будут течь, и картинка вся размажется, расплывется. А чтобы этого у нас не произошло, берем лак для волос, любой лак для волос, и фен. Берем распечатку и сбрызгиваем лаком. И фен включаем в горячий воздух и сушим. Картинка сохнет очень быстро, так как воздух горячий. И я делаю еще два раза эту процедуру. И затем, когда обработали три раза лаком с просушкой, буду наносить один слой акрилового лака. Лаком можно не покрывать, но я это делаю сразу, так как при работе, возможно, попадет краска на распечатку, и ее с легкостью можно убрать влажной тряпочкой или салфеткой, так как картинка уже защищена лаком. И осталось картинки просушить, и они готовы для дальнейшей работы. И еще хочу показать, где я нахожу картинки для распечаток. Захожу в поисковик Google или Яндекс, пишу «цветы декупаж». Выбираю подходящую картинку, нажимаю, она увеличивается. И правой мышкой нажимаем. И верхнее. Сохранить картинку как. Нажимаем, и оно у вас сохраняется в вашей папке. И еще я создала группу ВКонтакте. Она называется «Идеи для творчества». Ссылку оставлю под видео в описании. Также она есть в описании о канале. Переходите и подписывайтесь. Я создала альбом с моими распечатками. И также буду добавлять другие картинки. На данный момент у меня добавлены картинки на тему Пасхи. Также можете зайти, просмотреть и выбрать для себя нужную картинку. Ее увеличить, нажать на просмотр. Нажатием правым курсором мышки выделяем «Сохранить изображение как» или «Сохранить картинку как». И она у вас сохраняется в вашем альбоме. Переходите, подписывайтесь. В дальнейшем также буду добавлять разные картинки на разные темы. И распечатки, какие есть на видео, я буду их добавлять в этот альбом, в эту группу. И я думаю, это также для вас будет очень удобно. Не искать где-то, а зайти и взять. Если видео понравилось и было полезным, ставьте лайк, пишите ваши комментарии и не забывайте подписаться на канал. Всем отличного настроения и до новых встреч. Всем пока!